Chevrolet Lanos. Замена рулевых наконечников и шаровых. И сразу выставим развал схождения. Так, вот взяли вот такие наконечники рулевые и шаровые. Шаровые идут сразу в комплекте с болтами. И на вторую сторону также шаровая и наконечник. Ну, как менять, я уже не буду показывать. Тут уже ничего такого нету замудрено. Все одно и то же. И сейчас заменю и покажу, как развал сделать. Так, в общем, вот выставляем руль ровно. И теперь смотрим. Вот, надо, чтобы края колес были вот наравне с задним. И с этой стороны также. Вот так вот. А если не совпадает, то крутим вон тот вот наконечник, который я поменял, ослабляем болт на 13, вот этот, и ослабляем вот этот вот на 13, и крутим вот этот вот на 17 промежуточный, кто он, шплинт, шпилька ли, и все, и выставляем вот так вот. Ну и с этой стороны также аналогично. Все, шаровый новый и наконечник новый. Ну все, потом контрагаем вот эти болты на 13. И все, у нас готово. По крайней мере, до СТО доехать будет нормально, ровно. И у меня два раза получалось так, что приезжал на СТО, ставили аппараты эти. И все сходилось прям по нулям. Понравился ролик? Ставь нравится и подписывайся. Все.